Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева арестовали до 26 августа. Об этом сегодня сообщил его адвокат. Он уточнил, что бывший глава государства помещен в СИЗО Госкомитета нацбезопасности. Арестовали экс-президента во время проведения следственных мероприятий. По данным местных СМИ, допрос продолжался не менее 6 часов. Атамбаеву уже предъявлено обвинение в коррупции. В свою очередь, в МВД республики заявили, что на данный момент ситуация в Киргизии находится под контролем правоохранительных органов. Обстановка там, где ранее происходили столкновения между сотрудниками милиции и сторонниками задержанного экс-президента Атамбаева, стабильная, об этом точнее в ведомстве. Накануне Алмазбек Атамбаев сдался правоохранительным органам, его доставили в главное следственное управление республики. Но до этого силовики в течение нескольких часов пытались взять штурмом загородную резиденцию бывшего главы Киргизии.